Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в организации правового часа по теме «Как не допустить правонарушения». Участниками встречи, которая прошла на площадке библиотеки Звенигорода, стали ученики 7 А-класса средней школы номер 4. Подполковник полиции, участковый инспектор Звенигородского отделения полиции Ольга Наумова рассказала подросткам об ответственности за правонарушения и о том, как их не допустить. Ребята посмотрели социальный ролик российской школьницы Анастасии Саенко «Взгляд со стороны», который призывает анализировать свое поведение в школе и на улице.